Дорогие друзья, сегодня мы будем делать героев плотно. И придаем форму туловища птичьи. Синтепон у меня тоже был. Я его достала уже из ненужной кофточки. Еще немножко можно добавить. Все, заполнили. Придаем форму. Для того, чтобы наша птичка стояла, я сделала такое, вырезала овальное донышко. Теперь мы это донышко заправляем в носок. Носок маховый. Наполнили наше туловище синтепоном. Теперь для устойчивости я вырезала такое овальное донышко и вставляем сюда. Донышко нужно для того, чтобы потом закрепить ноги птицы. И наш Ред мог стоять. Я немножко носок укоротила и теперь приклеиваем. Носок у меня, соответственно, махровый, чтобы придать большую схожесть птицы. Все, туловище птицы готово. У Реда есть хохолок. Я его тоже сделала из красного фетра. Ну, его делать просто, поэтому выкройку я вам не показываю. Приклеиваем. Хохолок. Крылья тоже простые по форме. Мы их приклеим немножко позже. Вначале сделаем лицо птицы. Поэтому примеряем. Клюв я сделала из бумаги. Глаза вырезала из картона. Наклеила пуговицы на эти кружочки. Так, примеряем примерно, где нам нужно закрепить. Вначале закрепляем клюв. Все делаем горячим пистолетом. Клюв приклеили. Теперь клеим глазки, тоже примеряем, как они будут у нас смотреться. Все тщательно промазываем, чтобы держалась крепко. И второй глаз. Лицо готово. Вот такое, такой у нас получился рыб. Теперь приклеиваем крылья. Где-то так. Примеряем. И второе крыло. Все, хвостик я выкроила. Вот такая у меня выкройка. Соответственно, какого размера у вас носок, соответственно, такого размера делаем нос, глаза, крылья. Все, чтобы размеры соответствовали размеру туловища. Теперь приклеиваем хвостик. Все, осталось поставить нам нашу птицу на ноги. Ноги я сделала из фетра. Скрутила полоски. Все делается просто. Теперь примеряем, где наши будут ноги. И крепим их. И вторую ногу. Теперь на ножке ступни. Ступни я вырезала вот такую выкройку, опять же, соответственно, с размерами туловища. Из картона вырезала и покрасила акриловой краской. Теперь примеряем, как же нам установить его, где приблизительно, чтобы крепились хорошо. Выкладываем. Такие большие ступни для устойчивости птицы. Хорошо намазываем крем. И ставим на ноги. Немножко подержим, пока застынет. Вот такая получилась у нас птица. Птица Ред. Теперь у Реда есть друг Бомб. Сделаем вторую птицу. Для этого Бомб крупная птица, черная.
Поэтому я беру большой махровый носок. Я его уже немножко заполнила синтепоном. Продолжаю заполнять. Я вложила носок в носок. Птица Бом круглая и крупная птица. Поэтому наполняем побольше синтепона и придаем круглую форму. Это все заправляем вовнутрь. Все, что у нас осталось. Такой шарик делаем. И здесь сшиваем. Сшиваем. Все стягиваем. Стежки можно делать любые. Итак, туловище Реда, извините, туловище Бомб готово. У этой птицы хохолок своеобразный такой. Вот я его скрутила, и мы его сейчас заклепим. Закрепляем. Все, закрепили. Но у этой птицы сложный клюв такой. Он круглый, из бумаги не получился. Поэтому я его сделала из киндер-сюрприза упаковки. Вот приблизительно так у нас будет клюв. Глаза вырезала из серого фетра. И наклеила уже готовые. Все, таким образом у нас получится лицо этой птицы. Крепим. Так. Красила я акриловой краской клюв и сверху покрыла лаком для ногтей. Брови красные тоже из красного фетра. Делаем хвостик. Хвостик тоже все очень просто. Я вырезала из черной ткани. Теперь также по выкройке из картона сделала такие большие ступни для того, чтобы держался. Вот мы сейчас его посадим на ноги. Для этого его смазываю клеем. Держу немножко, пока остынет. Приклеилась к столу. Все. Что у нас не хватает? Еще нам нужно прикрепить крылья. Крылья из того же черного носка. И крепим крылья. Вот такой у нас получился бомб. Вот такие получились два друга. С минимальными затратами, с минимальными финансовыми и с минимальными затратами по времени у нас получились такие прекрасные игрушки.